поймаешь груз свинец, меня за грудь поймаешь за отвагу. И если не поймаешь груз свинец, меня на грудь поймаешь за отвагу. Ты бей штыком, а лучше бей рукой, оно надежней, да оно и тише. И ежели останешься живой, гуляй, рванина, отрубляй выше. А у товарища Демичева другое мнение. В стихотворениях Высоцкого о Великой Отечественной войне показ героизма советских воинов нередко подменяется описанием подвигов штрафников, предательства, измены жен. Не везде они искали предательства. Прорыв идут штрафные батальоны.